В нашей главе начинается с следующим тема. Веато Тецаве, и ты. Ты это кто? Моше. Тецаве, будешь приказывать эс бене Исруэль, всего народа Израиль, викху элехо, и пусть принесут к тебе, что они должны приносить к тебе? Шемен, масло, какая шемен, какая масло, заис, оливковое масло, зах, чистую, катит. Катит это означает, что она подавленная, ну, выдавленная, выдавливают, да? Прессованная. Зачем она нужна? Вот этого вида масла оливковое, которое чистое и прессованное, лемо ойр, для того, что зажигает менору, о которой мы говорили о ней, мы знакомились с ней прошлой неделе, в глава Трума. Лехало и снер томид, этого свеча должна быть постоянно. Что такое постоянно? Постоянно не означает 24 часа. И регулярно. Постоянно это значит регулярно. Регулярно по вечерам. Когда мы говорим о этих условиях масла, есть того, что комментирует Раши. Сразу смотрим в Раши, и он пишет так, «Ве-а-то-та-цаве, и ты будешь велить народ Израиль, да? Зах, то есть он пишет первые два буквы в нашей главе, и сразу пишет следующий характеристика этого масла, зах, чистый. И он объясняет, блишмарим, без отходы. Как мы учили в глава Менахот, не в глава, в трактат Менахот, мегаргиро бероша зайт, он избирает этих оливки из вершины дерева. Из вершины дерева, вот отсюда он берет этих маслины. Надо понять, что там Мишна говорит побольше. Она говорит, что надо делать это так, и так, и так, и так. Но неважно, он берет только первые слова. Берет этих маслин из вершины этого дерева. Что Раши хочет сказать? Что кому тут непонятно, что когда мы говорим, что это должно быть чистое масло, это означает, что она чистая, что она без отходы. Но когда я говорю, мне нужно чистое масло, и кто-то мне принес его с болота внутри, я говорю, извините, это не чисто, что приносил? Что тут приносил мне? И действительно, есть еще один комментатор, Эвен Эзра называется, очень известный, Эвен Эзра, и он комментирует следующее. Вот этого характеристика идет следующее. Шемен зайт, оливковое масло, которое имеет следующие условия. Она зах, она чистая, и она прессованная. Выжатая, да? Прессованная. И это логично. Поэтому он не говорит о какие-то осадки. Есть осадки, нет осадки. Кто должен быть чистый, говорит Эвен Эзра. Кто должен быть чистый? Говорит Эвен Эзра, чистый должен быть не масло. А чистая должна быть оливка. Оливка должна быть чистая. То есть получается, шемен зайт, масло оливковое. Оливковая должна быть какая? Чистая. И масло должна быть прессованная. Прессованная. Вот. Ну, логично, вроде бы так проходит весь объяснение наше приложение в Тору. Раши так не комментирует.
Раши говорит, что есть тут прыжок через слово. Шемен, то есть масло, которое является чистое. Масло должно быть чистое. Оливка должна быть прессованная. Поняли? Да. То есть Эвен Эзра объясняет ход мыслей в нашей приложении в Тору. Шемен, заит, зах. То есть масло оливковое должно быть... Кто должен быть? Оливка должна быть чистая. Поэтому и как она должна быть чистая, а должна быть еще и прессованная. Раши так не учит. Раши говорит следующее. Оливковое масло, то есть масло и оливка. Какая оливка должна быть, какая масло должна быть? Чистая. Да? Как она становится чистая из того, что она прессованная? Почему они так учатся? Почему так по-другому? Эвен Эзра считал, что закон гласит следующее, что оливки, которые с ними пользовались для произведения масла, должны быть под подбор. То есть особенные оливки, которые их не перекусывали птиц, которые не стали гнилые, которые видно, что они красивые. Вот их подбирали от всего, что собрали из дерева, принесли это, куда нужно это, в той завод, который производит этого масла, и вот это избранные оливки подавили и выжили от них масло. Раши считает не так. Раши считает, что оливка должна быть хорошая для масла. Неважно какая. Красивая, некрасивая. Перекусана от птиц или не перекусана от птиц. Там, гнилая или не гнилая. Вообще не интересно. Главное, что будет? Что масло будет чистое. И она будет произведена как? Через давление. То есть мы понимаем, как производит масло, да? То есть есть два способа, как производить оливковое масло. Первый, и это определенный сорт. Это сорт другой. В масле мы на продаже видим такой. Я не определяюсь в оливковое масло, они выглядят одинаково, но есть таких, которые действительно в этом занимаются. Вот этого масла, которое выжатое от оливка, она определенный сорт, а потом отправляют оставшиеся они молят ее, а потом ее очищают какие-то сетки и получают дополнительное масло побольше. Естественно, побольше, да, когда ты поддавливаешь, или когда ты его изжимаешь полностью, а потом от него высасываешь, что остается. То есть, Эвен Эзра говорит, что есть два обязательные условия. Первое обязательное условие – подбор оливки. Второе, что-то будет подавленный, выжатый. Раши говорит, нет. Оливки должны быть, какие есть, а выжатый должно быть чистый. Это должно быть чистое масло. Почему так? Почему Раши не соглашается? Вроде бы очень красиво. Вот Эбен Эзра говорит очень понятливо. И выглядит, что даже в слово Тору более понятно, более четко. Почему не соглашается? Раши комментирует по-простому. Для ребенка. Ребенок, который читает первый раз Тору. И какой вопрос появится у ребенка? Ну, давай вы... Какой вопрос первый, непонятный вообще? Как получается масло? Не, как получается? Он говорит ему, выжатый. Ну, да, дальше что? Покушать масло. Он знает, что зажигает свечи дома, он знает, что зажигает это от масла, все он знает. Ребенок, ну, развитый ребенок. Ну, что дальше? Что тут вообще непонятно?
Откуда грязь берется? Нет, по большому счету, я бы задал вопрос, какая разница, какое масло для зажигания свечей? Ну, он знает, что это храм, он знает, что берут самые лучшие. Самые лучшие, вот и берут самые лучшие. Что тут вопрос? Откуда оливки? Просто... Они в пустыне, откуда оливки? Откуда у них оливки? А все остальное откуда? Что это? Что, например? Мангус, брошенный. Не понял, пустыня, еще раз. Что? Все что? Все конкретно, что непонятно откуда? Ман, перепела, ну, все это. Ман, он знает, что это от Бога. Да, перепела, он знает, что от Бога. Это и чудо. И что? Акация растет. Ну, это похоже, что они летали к ним в птицы. Нет, с... Растут, когда надо, вырастали деревья. Когда море растет. Давай подумаем, Ман это что? Чудо небесное. Да, да. Перепела полетела к ним. Да. Как появилась с ним оливка? Выросли. Чудо. Он имеет в виду, что произошло. Ну, для этого это... Посмотри. Внезапно выросли. Мы же знаем, что ничего просто так Всевышнему не делает. И если такого чуда было, она должна быть где-то написана. Но такого чуда не написано нигде. Наоборот, когда мы говорили, откуда у них было брусы для того, чтобы производить храм, что мы говорили... Это четко написано, что Яаков об этом знал. Они высаживали этих дерев в Египет, и они взяли с собой это в пустыню. Откуда у них было другое? Написано каждая вещь, откуда было. Но маслины откуда у них было? Да. То, что мы сейчас с вами читаем, это до Ханана, да задолго до Ханана. Да, конечно. Это после выхода из Египта. Они себе ходят. Они не ходят. Мы говорим о первый год. После дарования Тору. Это сразу после дарования Тору, вот этих заповедей. Дарование Тора произошло за несколько месяцев после выхода из Египта, а? Они же не были в абсолютной пустыне, они были сада. Их не просто что-то ищали. Они готовили себе пищу. Откуда вы это поняли, что они были не в пустыне? А что их не козы ели? Что? Козы что ели? Что они пили? В пустыне нет растений? Ну им и маслины растут. Маслины растут в пустыне? Вы, наверное, не видели пустыну. Простите, я не просто так спросил, перемещались они или нет. Найти место, где растут оливки, наверняка можно. Прийти туда. Но если ты перемещаешься по пустыне, у тебя нет садов. Ну, мы говорим сейчас, а их место, локация была под горой Синай. Они находились под горой Синай 2 года. Но под горой Синай не растут за 2 года никаких оливки. И горе Синай это находился в глубины, ну, серьезная глубина пустыни. Ну, там нет оливки. Расскажите, вы не заинтригованы. Вы уже решили, что как ман, он просто упал из неба. Вы отрицаете. Я заинтригован. Торговля с кем-то у них, может быть, покупка. Торговля, ты говоришь. Торговля. Первое, ты говоришь, торговля. Второй вариант, это может быть торговля. Это может быть, что они взяли из Египта. Что является общей между торговлей и вывезенной из Египта? Доставка. Откуда им знать, что это из вершины дерева или не из вершины дерева? Откуда им знать, как сортировать этих оливки? Говорит Эбен Эзра, что это должен быть какие-то избранные. Откуда им знать, что это избранный? Перебрать из чего? Масло это уже какая-то куча. Во-вторых, и это важно понять, взять масло, готовленное, это одно дело. А взять с собой оливки год в пустыне, это совершенно другое дело. Поэтому, говорит Ребе, они взяли с собой не оливки, а масло. Ну теперь откуда масло? То есть, сейчас уже есть масло, бочками с маслом. Они им говорят, теперь, нет, это должен быть виженная, от определенная сорта оливки. Что им теперь делать? А там на бочке написано, какого сорта?
Сорт написано правильно. Мы говорили, что когда это выжатое, это определенный сорт. Оно и сегодня отмечено. В магазинах, где разбираются, есть такой сорт оливки и такой. Это написано в Израиле, я точно вижу, я знаю, как в Украину. Так, где они брали? А? Ну, оливки такие, где брали? Я говорил, что не оливки, а масло. Масло, бочки с маслом. И оно им хватило? Ну, можно покупали. А коз? Козы хватило? Что? Козлов хватило? Значит, масло хватило. Козлов было очень много, я думаю. Мы говорим около 2 миллиона человек, которые вышли с несколько, каждого из несколько ослов, куча набитых вещам. Ну, наверное, хватило. Надо думать, ну, логично, ну, хватило. Рэба, ну не могли они взять масло на 40 лет? Да. А кто сказал на 40 лет? Они не собирают. Это читают каждый год. Ну и? Ну, когда, когда сейчас мы сидим о произведении, мы сейчас производим храм. Они сегодня получают заповедь. Им говорят, через месяц заповедь должен быть исполнен. Не через месяц, это было в Йом-Кипур, а в первого Нисана открываем храм, торжественный открытый храм. И тогда должно быть масло. Вот должно быть масло. Когда это несколько лет, они где-то покупали, где-то поехали, где-то искали. А сейчас они должны что-то везти. Что им делать? То есть они везли из своих готовых масла. Хорошо, готовое масло, там нельзя перебирать оливки. Оливки перебирать невозможно. Есть масло, да, перебирать нет. Что теперь делать? Поэтому говорит Раши, что заповедь является не сорт оливки, а сорт масла. Какой сорт масла? Выжатый. Под давлением и не под других способами. И поэтому этого у них было. Вот такое масло у них было. Вот этого они могли давать. Того, что нет, не могли давать. А? Что-что? Ну, вообще-то отличается по цвет, по чистоты, по много чего, предметы. Я не понимаю в масло, но это... А? По мутности. Ну, конечно, видно. Это не сложно. То есть, если ты специалист, ты понимаешь? Ну да. Вы знаете, что есть кофе, самый дорогой в мире кофе? Это такой кофе, который прошел через обезьянки. Они кушают, а потом ее какают. А потом собирают. Поверь мне, я пью очень много кофе. Я не думаю, что я буду отличать по вкусу. Я вообще сомневаюсь, что я захочу такой вкус. Но есть таких, которые разбираются. Не я. Ну что мне делать? Не я. Я не понимаю. Так вопрос о сорте. Я сейчас угощу. Сейчас. Я это угощу. Хорошо. Почему? Еще говорит Ребе, очень интересно. То есть, давай итоги. И тоже. Масло, по мнению Раши, по мнению Раши, масло должна быть какая? Чистая. То есть масло должна быть чистая. И оливка должна быть выжатая. И почему надо собрать ее в будущее, не сейчас. Когда-то. Сейчас уже невозможно ничего делать. Но когда-то, почему надо его найти, говорит Раши, от вершины дерева, отсюда лучше получается выдавить масло, и она получается побогаче. Но перекусанная птицами, потому что это вершина дерева, это первое, которое они на них охотятся. Поэтому и не обязательно, что они не гнилее, наверное, гнилее, но вниз будет позеленее и по горке. Поэтому надо от вершины, говорит Раши. Говорит Ребе, что есть отсюда очень серьезное учение по поведению человека.
Мы знаем, что когда мы делаем, даем помощь другого человека, или жертвуем в синагогу, или делаем кому-то что-то добро, или делаем что-то для Всевышнего, надо делать это от лучшего, которое у меня есть. От лучшего. То есть это очень важно. Вопрос, если и подготовка к этому должна быть подборена от лучшего. Другими словами, я знаю, что есть голодный человек. Есть голодный человек. Я хочу давать ему хлеб. Но у меня дома есть выше сорт пшены. Есть не очень высокий сорт пшены. И поэтому у меня должна быть выбор, из чего я готовлю хлеб, кормить его. Первый вопрос. Второй вопрос, когда я ему вручаю, как я ему это вручаю? Упаковано красиво, с большая улыбка, с какой-то доброй желательности или такой хмурной, да ну, бери и уходи. Эвен Эзра считает, что прям с подготовки хлеба надо взять лучше, которое есть у тебя дома. Лучше, которое у тебя есть дома. Почему? Для Всевышнему и для заповедей берут самые лучшие. Сначала. А потом, естественно, когда ты передаешь, передай это самое красивое и самое правильное. Раши так не считает. Он считает, что надо передать. Очень хорошо. А из чего ты готовил, ну, можно сэкономить. И это большая разница. Насколько я должен передать от себя какому-то другого пожертвования. И это большое-большое отличие в заповеди, в законе и отношении ко всему этого вопроса. Дальше. Очень интересная тема, которая коснулась к этому перед уроком Амирам. И это касается такой один из одежды Коэн, глава священник в храм, которая называется Хошен Амишпат. Хошен Амишпат, что это такое Хошен Амишпат? Хошен Амишпат была такая доска, определенная, видна доска, была сделана ткани, ну как доска. Легче так это то есть это выглядит как ну, типа доска. Но это не доска, это ткань, которая сшита в него 12 золотые ямы такие, ниши. В этих нишах прямо они были сделаны аккуратно настолько, что камушки, было 12 камушки разных цветов, разных сортов, прямо вложились в полный объем этого ниша. То есть там, даже если там была фактура по-другому, она прямо зашла внутри вот, на 100%. И вот она зашла внутри, и таких 12 штуки. И на каждого из них была гравирована один из колена Израиля. И вот этого, вот, считая вот этого, можно сказать, ткани, не совсем фартух. Он, у него не было практичная польза никакая. То есть это она не защищала от какой-то грязи, например. Наоборот, с ней надо было быть очень аккуратной. Представляю, насколько это было дорого, как было сложно очищать ее потом. Если кровь налила на этого. Они же, там было много грязи в храм, когда, особенно праздники. Но он ходил с этого. Если наоборот, если... А? Нагрудник. Да, ну это как украшение больше, чем какую-то пользу. Если это было, как я думал в начале, как доска, допустим, золотая, ну взяли тряпка и помыли. А когда это ткань, это очень сложно его помыть потом, да? И вот в этом считанный 12 камней, да, вот этого украшения, вида украшения, он был
сделан чуть-чуть длинный, вот видите, есть тут рисунок очень маленький, но увидите тут. Вот это как он открытый, да? Он как мох, он закрывается на квадрат потом, вот он должен быть выглядеть вот так, в конечном итоге, да? И вот этого закрытое вот украшение, видоукрашение, она была подкреплена с четырьмя кольцами к верхней части одеяния, которое называется, ну это как раз фартух, можно сказать, и в нижнюю часть, где пояс был. Да? Хорошо. А? Ну, это выглядит как определенная щит в средневековой, только он не был никакой щит, но он выглядел, ну, типа такой, да, типа такой, да? Ну, бронежилет, ну, только бронежилет имеет свои, а тут вообще нет. Тут надо было одевать, вот, делали в начале войны два куски железа, и к ним было привязано, вот, может быть, так выглядит, да? Ну, плюс-минус. И теперь он был подкреплен прямо на начало, ну, конец грудом и на живот. Коэн прям подкреплен от плечей и от пояс. И вот он был подкреплен. Кроме того, что были этих 12 камней, в этом вот сгиб, который случился внутри, это был как карман такой. Сложили внутри определенный пергамент или, по других мнениям, доска, да, которой на ней было написано секретные виды имя Всевышнему. И когда это была целостность, то оно принесло очень большую пользу. Какая польза? Когда шли войной, или были вопрос общегосударственных вопросов, королем мог позвать коэн к себе или прийти коэн в храм, спросить, пойду ли я к войной. И тогда высвечивались буквы в хошен с ответом «да», «нет», «будешь», «не будешь», а? Надо подумать. Не, они короткозначные, да, были ответы? Да, очень короткие, очень четкие, да? Типа как пейджер, это... А? Типа пейджер. И так контактировали. Есть один но. Один но, что этого имя Всевышнему не было известно всем. Она была известна Моше. Моше ее писал и сложил. А второй храм... Это было утеряно, и это отсутствовало. Поэтому этих ответов от Хошен не приняли. Не приняли. И тем не менее, это считалось, что есть у Коэн, у глава священник, вес одеяния, которое обязательное, по закону Тору, то есть у Коэн должно быть два одежда, 8 одежды, виды одежды, и они должны быть, если у него не хватает одного из них, то это не служба, и к этому даже есть смертные, небесные смертные казни, то есть это невозможно. И получается, что в второй храм не было имя Всевышнему, и тем не менее, это считалось, что у него есть все одеяния. То есть получается, что это плюс, но не критично. Это хорошо, но не критично. Но святая святых мог ходить и без пергамента. Да, да, да. Без. Да, без этого. Да. Ну, так точно. Получается, еще один вопрос, который мы должны задавать себе. Как называется вот этого вида украшения? Хошен Хамишпат. Что такое Хошен Хамишпат? Что это за Мишпат? Мишпат это, вроде бы мы пользуем слово Мишпат как суд. Да?
Для этого есть два объяснения. Первый мишпат – это было искупление. Вот этого вида деяния она принесла искупление для судей, которые принесли неправильный выговор. Они выговорили человек приговор. Они принесли приговор неправильный, и поэтому они должны были получить искупление за их ошибки. Иногда они не знали об этом вообще. Поэтому, да, что происходит? Вот этого Хошен был. Вот этот Хошен принес вот этого искупления. Второй, из-за вердикт, который Всевышнему принес через глава священник в храм, да, который получил от него ответ, идти, не идти, делать, не делать, распоряжаться, не распоряжаться. Вот этот вердикт тоже называется мишпат. Очень интересно посмотреть, не, это Амирам хотел уточнить. Я думаю себе, начинать ли входить в все детали, я думаю, что я... А Урим и Тумим, это не то же самое? Это то же самое. Поэтому я... Ну, хорошо, вы решили уже. Буду говорить об этом. Когда мы пишем об этой теме, посмотрите, пожалуйста... В 28 главе, в 15 пасук. Написано так. Веосисо хойшен мишпот, делайте хошен мишпат. Как мы говорили, хошен мишпат, это вот это вид украшения. Какая она должна быть? Маасе хошев. Что такое маасе хошев? Делается умным. Как это понять умно? Она сшивается так, что в одной стороне есть один образ украшения, а в другой стороне ткани другой вид украшения. Ну, неважно, сейчас не будем входить, как это работало. Да? Из чего это делали? Захав из золота тхелет. Это определенный вид ткани, аргаман, да, толачани, шешмозар, тасы, разные виды ткани делали вот это украшение. И тогда он начинает объяснять, какой он должен быть, он должен быть квадратный, какой толщина должна быть, какие камни должны быть, как они должны быть прошиты туда, и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите, вот. 30 пасук, конец этого, когда он заканчивает объяснять, как должен быть выглядеть этого хошен, 30 пасук, «Веносато эл хойшен амишпот» надо положить в этого хошен мишпат, что «Урим ветумим» надо положить внутри «Урим и тумим». А что это за урим и тумим? Вот, вы спрашивали. Вехаю але ваарон бевон и так далее. Ну, вот, посмотрим в Раши. Раши что говорит? Что это такое урим и тумим? Что такое урим и тумим? Ху это ксав шема мефейрош, имя Всевышнему, шая нотно бетох кифле ахейшан, которые вложили в этот карман, который образовался, когда закрыли вот этого хошен,
через него он высвечивает дворов, уметамим из дворов, и он дает ответов четкие. Дальше объясняет Раши. У вемикдашейни, во второго храма, хая хошен, бун хошен, ши ефшар ли коэн гадоль, йот мухусар бгадим, потому что коэн нельзя, что будет без один из одежды. Авал, ой се ашем, ло йо йо бесейхай. Но этого имя Всевышнему не находился внутри него. Ваал шем, ой се акра, аксав, и за этого описания мы называем Хошен Амишпат, за это, благодаря этого Урим и Тумим называется Мишпат. Называется этого Хошен, Хошен это название украшений, он называется Хошен, как кольцо, да? Но этого Хошен называется Мишпат, он называется суд. Почему суд? Шнеемар, вешуалу бемишпату урим. И поэтому написано в другой главе, что спросили Всевышнему через урим. Да? И как он называется этого вопрос? Он спросил через урим его мишпат, суд, решение, вердикт. Вот закончился объяснение. То есть рассказы о том, что он приносит искупление, а судей тут не написано. Дальше. Эс мишпадный Исраэль. Дальше говорит наш пасук. Эт мишпадный Исраэль. За судей народ Израиля. Из-за этого комментирует Раши еще. Давар шеэм нишпатим венухахим аль ядо. Этого хошен мишпат, благодаря него они четко знают вердикт, делать или не делать. И здесь Раши делает еще один обратное объяснение. У лефи мидраш агада, по агады, хошен принес искупление к неправильный вердикт, который принесли судьи. Вот так Раши объясняет это здесь. Но в начало темы Раши так не пишет. В начало темы говорит Раши изначально, что главная тема это искупление судей. Но и есть еще объяснение, что он бы сказал всем, что делать. Так что главный? Так что главный? Это или это? Объяснил Ребе, что самой Хошен, у него есть главная цель. Дополнять 8 одеяния, которые Коэн должен ходить в храм. Это его обязательство. К этому 8 одеяния была функция. Очень важная функция. Ну, функция. Если мы знаем имя Господу, которое должно быть написано в определенный вид, то ее перекладывают в карман, который образован внутри этого одеяния, и тогда сработала еще одна функция. Но это считается дополнительно и не часто. Поэтому, когда начинается тема, Раши говорит, главное в этой теме понять, что это один из 8 одеяний. И главный ее цель приносить искупление судей, потому что это приносит одеяние. И кроме того, это вспоминает весь народ Израиль. И народ Израиль должен ходить с Коэн постоянно. Поэтому он должен одевать ее. И это главный цель Хошен. И поэтому написано Хошен Мишпат. Хошен, который приносит что-то в судьи, потому что он приносит искупление судей. Но когда заканчивается тема подготовка, это вид украшения, которое называется Хошен, и то дополняет вопрос о запись, который перекладывается внутри карман. О, здесь говорит Раши, о, теперь я объясню. Вот этот карман у него был очень серьезной целью. Он принес вердикт, как вести себя, помимо всего другого, который мы говорили до сих пор. И поэтому
Я тебе расскажу, как это работает. И он рассказывает это здесь. Ребе говорит, что есть тут очень интересная фишка. Хошен без буквы ВАВ в цифровое значение это 358. Змея, нахаш это тоже 358. И Машиах значение цифрам это тоже 358. Как это связано? Говорит Рави очень просто. Нахаш это ситраха, это клипот. Это символика. Как змея. Змея, которая появилась у Хава в раю. И делала вот грех первый. Вот это называется змея. Змея что приносит? Затмение. Не видно. Ответ Всевышнему на Хошен не виден. Того, что было второй храм. Вроде бы был присутствие, божественное присутствие в храм. Но видит ее, как это было видно, во время Моше не было. Почему не было? Виноват в этом нахаш, вот этого змея, клипот. А когда Моше присутствует, он приносит что? Машиах. Машиах это то, это что? Видна божественность. И когда Машиах придет, он отменит змея и будет сработать снова Хошен. Последняя тема, и у нас осталось мало времени, поэтому я скажу ее коротко. Но это очень-очень интересно. Один из деяний, которое было у Коген, это был пальто. Плащ. Этого плащ, как это было. Была у него первая одежда прямо на тело. Это называется кутна. Да? На него, на этого первая одежда был какой-то пояс. Да? На него авнет. На него было этого плащ. Да? И этого плащ был устроен так, что у него вышло от него определенный пояс, который он был не засчитан, а часть этого одежды, которую привязались. И на плечи накидки такие, которые потом привязались к этому хошин, о котором мы говорили. А под концу обрамления вниз были что? Были определенные виды украшений. Какие виды украшений? Виды тканей, определенные окончательные, если вы видели, вот талит, например, есть какие-то окончания, которые не доделаны. Да? Ну, узелки такие, да. Ну, типа, но это было там покрасивее, или как Раши говорит, это выглядело как гранаты. И было еще, кроме того, колокольчик. Это как Раши объясняет. Был такой вот этого узел, который делали его в виде гранат. За него был колокол. А потом еще один гран и колокольчик. Гран, и вот во всем этого меил, вот этого плащ, по всему этого параметра. Рамбан очень злится на Раши. Он говорит, я не понимаю Раши. Раши объясняет, что вот эти гранаты были пустые. Если они пустые, зачем их делят гранаты? Почему не делят их яблочки? Поэтому он говорит, у меня есть другое мнение, что внутри вот этих яблочки, не гранаты, не дай Бог, вот внутри поставили вот этого колокольчик. Получается, что каждого узла закончился в виде яблочка, и внутри его заполняли колокольчик. То есть колокольчик был как обрамлен вот дальнейший материал, который от него сделанный был, этого фартуха. Ребе говорит, что он ничего не понимает. В
чем претензия? Почему гранаты и люди хуже, чем яблочки? Что Рамбан так злится на слово гранатом? Он прямо такой выражает, почему не делят его яблочки? Ну почему делят его яблочки? Может делать мандарин? Ну почему делят именно яблочки? Что у тебя с яблочки такой? В чем плохого с гранатом? Есть еще одна очень интересная тема. Зачем это было надо? Рамбан объясняет, что это было надо, потому что нельзя заходить королем, не сообща. Ты хочешь приходить к нему? Сообщи, я хочу приходить. Можно приходить. Записаться на прием. Ну. А если ты заходишь просто так, потому что тебе хочется, ну, тебя казнят за этого. Это наглость. Так нельзя. Раши так не объясняет. Раши объясняет, зачем это нужно. Потому что этого фарт, каждый из этих 8 одеяния, они принесли определенную символику. Окончание этого фартуха, это означает последнего еврея. Остатки евреев. И вот это грешники, что даже с ними надо ходить королем. Почему? Почему у них такая разница? Почему они так расходятся в мнении? Ребе объясняет очень красивое объяснение. Он говорит, где мы встречаем еще в обработку храм вопрос о яблочке. Помните, где яблочки написано? Не, мы говорим о подготовке храма. В минору. Яблочки. Не гранаты, яблочки. Что символирует минору? Что символирует минору? Свет. Что такое свет? Это написано, почему 7 свечи, почему не 9, почему не 12. Что 7? 7 это хесед, гвура, тиферес. Вот этих 7 атрибута или эмоциональный состав, который есть у каждого человека. Это символика о том, что в храм появляется свет от всех видов атрибутов, да? И это символика к чему? Это символика от человеческих видов отдачи со Всевышнему. Он отдает себе и освещает себе ко Всевышнему хесед. Он освещает себе Всевышнему от гвура, он освещает Всевышнему от иферет и так далее. То есть, другими словами, это показывает у еврея, который имеет глубокие чувства, свет в отношении со Всевышним. Он поднимается ко Всевышнему. Фартух так не показывает. Это последняя часть, это остатки. Остатки ткани, которые обрамили неровно, а в каком-то образ. Поэтому говорит Раши, и он комментирует по-простому. Он говорит, это остатки, это точно говорит не о праведнике, а остатки. Поэтому они должны быть выглядены как гранаты. Я вспоминаю с вами, что это означает гранат. Почему мы едим гранат в Рош ха-Шана? Что это символизирует? Что даже пустые евреи среди нас наполнены заповеди, как гранат. То есть это показывает о простыми людьми. И этих простыми людьми наполнены, все равно наполнены много-много заповедей. Поэтому говорит Раши, это виды гранат. Это виды гранат. И они должны быть пустые. Потому что это грешники. И поскольку что они грешники и пустые, когда они пытаются приблизиться ко Всевышнему, что происходит у них? Крик. Они начинают шуметь. И хотим уходить из этого положения, которое мы были до сих пор. Поэтому рядом с каждой пустой гранат находится колокольчик, который кричит: «Богом хочу, Богом хочу». И без него нельзя ходить в храм. Как он будет без них ходить? Это невозможно.
Поэтому, если ты решил, Коген, ходить без них, смертный переговор. Ты не выполнял свою службу. Ты не взял с собой какую-то часть евреев. Нельзя. Так нельзя. Рамбан, который смотрит все более глубокие, более ближе к Мидраши, более глубокие часть Тору, он не рассматривает грехов. Для него это дешево, это мало. Он говорит, Коген это святой человек. Коген это святой человек. Ему нужно что? Ему нужно, что вся его символика говорит о святости. Яблочко, это по кабале, сейчас не важно как, это символирует о сладость, божественная душа. Так написано в кабале. И поэтому говорит, меня гранаты не устраивают. Мне нужно, чтобы были яблочки. И внутри яблочка будет колокольчик, потому что он не пустой, он полный. И зачем мне нужен колокольчик? Ну, сообщить Всевышнему, что я прихожу. Что я ближе к службе. Остается только один вопрос. А в Йом-Кипур? В Йом-Кипур грешники погаши не должны ходить к святая святых, только праведники. А Рамбана в Йом-Кипуре не надо просить прощения у Всевышнему заходить в святая святых. Говорит Ребе, да, не надо. Для Раши грешный в Йом-Кипур, он праведник. Он уже раскаивается. Поэтому он и так. Поэтому он ходит именно с какого одеяния? Не с восемь, которые у него есть, а просто простые, былые одежда, без никаких отличий от чего-то либо. Без никаких украшений. Все простые перед Всевышним, как ангели. Никаких украшений нет. А Рамбан что объясняет? Я сегодня нахожусь со Всевышнему. Мне не надо просить разрешения. Я уже внутри. Если я внутри, просить прощения не надо. И очень красивое окончание, которое мы можем изучать. Это что дороже перед Всевышним. Говорит Ребе, дороже перед Всевышним все-таки того, что Раши говорит. Когда грешный уходит от своих греха и бежит криком со Всевышнему, он не думает о его позоре, его какие-то удобства. Он бежит ко Всевышнему. В отличие от праведника, что он постоянно остается точно по его характеру.